Похоже, как две капли воды, вот как выглядит единственная дочь звезды сватов Татьяны Кравченко. Актриса Татьяна Кравченко снимается вот уже почти полвека, но всероссийскую славу ей принес сериал «Сваты», в котором она сыграла Валентину Петровну Будько. Мало кто знает, что у актрисы и дочь Анна невероятно похожая на звездную родительницу. Дочь Анну Кравченко родила от второго мужа продюсера киностудии Ленфильм Дмитрия Гербачевского в 1986 году. Анна Гербачевская ведет непубличный образ жизни, но кое-что о ней все же известно. Девушка выбрала профессию дизайнера и окончила факультет коммуникативного дизайна Национального института моды. Она успела остепениться несколько лет назад, девушка родила дочь. Татьяна Кравченко души не чает в своих дочери и внучке.